Мастер! Ничего, ничего. Я еще по местам боевой славы туристов водить стану. И зарубки им на прикладе показывать буду. Все ж грех нам на жизнь жаловаться. Слава богу, не с каменными топорами бегаем. Если что, за себя постоять можем. Смысл, смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача, за выполнение платят нормально. Вот тебе и смысл с мотивацией. Да, тут крути, не крути, маракуй, не маракуй, а все равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зона решит. Чего заскучали, мужики? Мастер! А я все равно не понимаю, как оно все в зоне устроено. Начальство умное, все разобраться пытается. А мое дело маленькое, с автоматом по болотам бегать. Смысл, смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача, за выполнение платят нормально. Вот тебе и смысл с мотивацией. Все, музыкальная пауза.
Вот это как медом помазал. Чуваки, кто-то слышал о каких-то особо засекреченных лабораториях? Все одно и то же. Только вернулись и снова куда-то гоним. Что за люди пошли? Вечные махоты, понимаешь, до истины докопаться. А ты поймай ее, истину эту. Чего заскучали, мужики? Все, завязывай. Ничего, ничего. Я еще по местам боевой славы туристов задействовал. Держи руки на прикладе, показывай. Ну, не знаю. Может, кому-то такой вид заработка и не подходит. А как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Здесь идея. Вот так задумаешься иногда. Ну, непонятно. Деньги за работу получаешь. Начальством тоже понятно, им конкретные результаты. Но неужто за всем этим не стоит что-то большее? Ведь черт его знает, что именно. Жизнь нынче неспокойная стала. Никогда не знаешь, какой сюрприз за кустом поджидает. Да и удовольствие от работы не то уже. Не то.
Тут главное не дрейфить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Может, будешь потом эти дни вспоминать как самые счастливые. Все течет, все поломалось, ничего не меняется. Сегодня сидим себе спокойно, водочку кушаем, а завтра уже певеться куда-то надо, материалы добывать. Тут главное не дрейфить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Может, будешь потом эти дни вспоминать как самые счастливые. И чего нашему начальству все не имется в последнее время? Аппаратуры вроде хватает, стволов тоже. Чего им еще? Недавно смотрю, вмятина в земле характерная. Ну, на трамплин похоже. Так и надо. Взял. Камушек как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Ты бред какой-то. Меня откинуло метров на 5. Зря, конечно, камешек трогал. Падло, заработало. Еще пока летел, видел, как камни в пыль разодрало. Стукнулся, отключился. Но камень я, этот, с тех пор с собой тягаю. Вот так. Я бросаю болт и охреневаю. Болт, блин, нафиг пролетает, и хоть бы хны. Ну, думаю, глюк перепил спиртяги, пока по зоне шастал. Таких визуально все понимаешь, но все как трамплин. И тебе грунт светлее, на кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет, листики летают по спирали. Ну? Так, значит, присел, взял камушек с земли и кинул его на весик. Ну, думаю, ща рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, как будто там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Ну и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. На корточках тихонько подползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс, мать его. Это точно. Подполз, не поверите, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые покидывал, лежат аккурат в пляши. Но моя сталкерская метро говорит, сваливать надо. А я нет. Особняк, надо разобраться. Ага. Значит, волынку на колени поклал и усраться, блин, тяну руку в трамплин к одному из камушек. Прикиньте, а? А дальше-то что? Тут главное не дрейфить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Может, будешь потом эти дни вспоминать как самые счастливые. Чего заскучали, мужики?
Кончай уже, Рихтер! Смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача, за выполнение платят нормально. Вот тебе и смысл с мотивацией. Вот так задумаешься иногда. Ну, мы понятно. Деньги за работу получаем. С начальством тоже понятно, им конкретные результаты нужны. Но неужто за всем этим не стоит что-то большее? И ведь черт его знает, что именно. Жизнь нынче неспокойная стала. Никогда не знаешь, какой сюрприз за кустом поджидает. Да и удовольствие от работы не то уже. Не то. Чего заскучали, мужики? Молодец! Спору нет, начальству виднее. А все же хочется иногда узнать, ради чего мы все это. Смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача, за выполнение платят нормально. Вот тебе и смысл с мотивацией. А вот такое вам как? Молодец! Все ж грех нам на жизнь жаловаться. Слава богу, не с каменными топорами бегает. Если что, за себя постоять сможем. В
Вот так задумаешься иногда. Ну, мы понятно. Деньги за работу получаем. С начальством тоже понятно, им конкретные результаты. Но неужто за всем этим не стоит что-то большее? И ведь черт все знает, что именно. Что за люди пошли? Вечно им охота, понимаешь, до истины докопаться. А ты поймай ее, истину эту. Да, тут крути, не крути, маракуй, не маракуй, а все равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зонариш. Все ж грех нам на жизнь жаловаться. Слава богу, не с каменными топорами бегает. Если что, за себя постоять можем. Чего заскучали, мужики? Слушаю тебя. Мастер. Ну, не знаю. Может, кому-то такой вид заработка и не подходит. А как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Здесь идея. Чего с перепою не бывает? Чего нашему начальству все не имется в последнее время? Аппаратуры вроде хватает, стволов тоже. Чего им еще? Да, тут крути, не крути, маракуй, не маракуй, а все равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зона решит. Смысл, смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача. За выполнение платят нормально. Нифига вот себе! Вот тебе и смысл с мотивацией. Все, музыкальная пауза. Thank you.
Мастер! Что за люди пошли? Вечно им охота, понимаешь, до истины докопаться. А ты поймай ее, истину эту. Кончай же, Рихтер. Мне подучиться. Я б тоже вот так вот исследованиями там всякими занимался, то да сё. В таком вот скафандре крутом тоже ходил бы. Чего заскучали, мужики? Ничего, нормально. Прожвем. Вряд ли тут вон сколько меня покопчу. И я, и друганы мои. Прорвем. Вот это как медом помазал! Ни хабара, никакого приварка. Правильно. Короче, анекдот. Все одно и то же. Только вернулись и снова куда-то гонят. Все течет, все поломалось, ничего не меняется. Сегодня сидим себе спокойно, водочку кушаем, а завтра уже певеться куда-то надо. Материалы добывают. Тут-то, значит, и сработало. Что-то не верится. Километров на пять. Я, конечно, камешек тронул. Ладно, заработал. Еще пока летел, видел, как камни в пыль разобрал. Стукнулся отключился. Но камень я этот с тех пор с собой держаю. Все, музыкальная пауза. Молодец! Ничего, ничего. Я еще по местам боевой славы туристов водить стану. И зарубки им на прикладе показывать. Тут главное не дрейфить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Может, будешь потом эти дни вспоминать, как самые счастливые.
что за люди пошли? Вечно им охота, понимаешь, до истины докопаться. А ты поймай ее, истину эту. Ну, не знаю. Может, кому-то такой вид заработка им подходит. А как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Здесь идея. Ну, поехали! Мастер! Да, тут крути, не крути, маракуй, не маракуй. А все равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зона решит. Тут главное не дрейфить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Может, будешь потом эти дни вспоминать как самые счастливые. Да, тут крути, не крути, маракуй, не маракуй, а все равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зона решит. Послушайте, мужики! Все, завязывай. Все течет, все поломалось, ничего не меняется. Сегодня сидим себе спокойно, водочку кушаем. А завтра уже певеться куда-то надо. Материалы добывать. Ну, поехали! Кончай уже, Рихтер! А я все равно не понимаю, как оно все в зоне устроено.
Начальство умное, все разобраться пытается. А мое дело маленькое. С автоматом по болотам бегать. Я так понимаю, раз начальство там чего-то исследует, то должна быть какая-то конкретная цель. А нам что? Мы на подхвате, вооружены и очень, как говорится, очень опасны. Все, музыкальная пауза. Кончай уже, Рихтер! А я-то думал, стоит только выжигатель пойти. Где-то тут за ним и Клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Дурак! Вот дурак! Ну, знаешь же, везение твое идиотское. Артефакты как же. Одни тропы не хожены, ни твари не кормлены. Ну, не знаю. Может, кому-то такой вид заработка и не подходит. А как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Здесь идея. Вспомнил вот. Стоит, значит, бывалый сталкер у перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средний хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, он подумал-подумал и вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у мужиков спросить, что за фигня такая вот стрёмная. Вот это подфартило. Кабаки и девки. Ну ты выдал! Спокойно так снимается.
Пьяный бред, похоже. А вот такое вам как? Все, завязывай. Что за люди пошли? Вечная им охота, понимаешь, до истины докопаться. А ты поймай ее, истину эту. Вот так задумаешься иногда. Ну, непонятно. Деньги за работу получаем. С начальством тоже понятно, им конкретные результаты нужны. Но неужто за всем этим не стоит что-то большее? И ведь черт её знает, что именно. Да, тут крути не крути, маракуй не маракуй, а все равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зона решит. Все течет, все поломалось, ничего не меняется. Сегодня сидим себе спокойно, водочку кушаем, а завтра уже переться куда-то надо, материалы добывать. Вот уж повезло так повезло. Я со своей пушкой никогда не расстанусь. Днем в руках держу, сплю она у меня под боком. Я с ней, он, говорю даже. Ну и пускай думают, что псих. Она мне, может, 1000 раз жизнь спасла. Спору нет, начальство виднее. А все же хочется иногда узнать, ради чего мы все это. Чего с перепою не бывает? Тут главное не дрейфить. А дальше-то что? Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Может, будешь потом эти дни вспоминать как самые счастливые. Спору нет, начальству виднее. А все же хочется иногда узнать, ради чего мы все это.
все ж грех нам на жизнь жаловаться. Слава богу, не с каменными топорами бегай. Если что, за себя постоять можем. Я со своей пушкой никогда не расстанусь. Днем в руках держу, сплю она у меня под боком. Я с ней, он говорю даже. Ну и пускай думают, что псих. Она мне, может, 1000 раз жизнь спасла. И? Я так понимаю, раз начальство там чего-то исследует, то должна быть какая-то конкретная цель. А нам что? Мы на подхвате, вооружены и очень, как говорится, очень опасны. Офигеть! Смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача, за выполнение платят нормально, вот тебе и смысл с мотивацией. Мне подучиться. Я б тоже вот так вот исследованиями там всякими занимался, то да сё. В таком вот скафандре крутом тоже ходил бы. Ну, не знаю. Может, кому-то такой вид заработка уже подходит. А как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Здесь идея. На пьяный бред похоже. Ничего. Я еще по местам боевой славы туристов водить стану. И за руки им на прикладе показывать буду. Все течет, все поломалось, ничего не меняется. Сегодня сидим себе спокойно, водочку кушаем, а завтра уже переться куда-то надо, материалы добывать. Ничего. Я еще по местам боевой славы туристов водить стану. И за руки им на прикладе показывать буду. Ух ты! И чего нашему начальству все не имется в последнее время? Аппаратуры вроде хватает, стволов тоже. Чего им... Я со своей пушкой никогда не расстанусь. Днем в руках держу, сплю она у меня под боком. Я с ней, он, говорю даже. Ну и пускай думают, что псих.
Она мне, может, 1000 раз жизнь спасла. Жизнь нынче неспокойная стала. Никогда не знаешь, какой сюрприз за кустом поджидает. Да и удовольствие от работы не то уже. Не то. Смысл, смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача, за выполнение платят нормально. Вот тебе и смысл с мотивацией. Это, что ни говори, не за хабаром по лесу шарахаться. Тут и конкуренции меньше, и цель есть. Вот только, может, не самое правильное. Вот так задумаешься иногда. Ну, мы понятно. Деньги за работу получаем. С начальством тоже понятно. Им конкретный результат нужен. Но неужто за всем этим не стоит что-то большее? И ведь черт его знает, что именно. Ну, не знаю. Может, кому-то такой вид заработка им подходит. А как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Здесь идея. Это, что ни говори, не за хабаром по лесу шарахаться. Тут и конкуренции меньше, и цель есть. Вот только, может, не самое правильное. Да, тут крути не крути, маракуй не маракуй, а все равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зона решит. Это, что ни говори, не за хабаром по лесу шарах. Тут и конкуренции меньше, и цель есть. Вот только, может, не самое правильное. Чужие!
Здорово, тебе чего? Помню вот. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, он подумал-подумал и вперед. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятеля.